Мои 23 ямайки. Чуть разморозим тему, чем-то не о магии, колдунах и убийстве огромных демонов. Люди, знавшие меня не очень близко или заочно, но узнавшие, что автором книги являюсь я, зверь, были шокированы даже первыми главами. Им и посвящается. Какая бы депрессия ни была у человека, стоило мне рассказать ему о моих 23 ямайках, как печаль проходила. Что у парней, что у девчонок они начинали смеяться и радоваться снова это рассказ как я двадцать три раза сватал девушек и меня сливали безвариантно смайл то ли я такой хороший рассказчик то ли тема такая смешная я не пользовался популярностью у женщины не пользуюсь альхамду цитата аргентина и майка двадцать три ноль